поскольку не могут торговать, то надо идти в творчество, потому что в творчество можно пойти, в любом уже пойти. Я типа талант. И этот фильм, после которого я реально поменялся. Ты не помещаешься, например, там, в кувшин маркетинга, не помещаешься в кувшин литературы. Тебе надо больше. Ты охрененно здоровый. Чем ты ярче, тем у тебя интереснее там, твой креатив, да, если мы говорим о творческих людях, тем больше на тебя спрос. Ненормальные люди двигают, на самом деле, вперед планету. Ты послушаешь, ты смотришь, как этот человек вообще, что из себя представляет, и потом начинаешь задумываться, блин, я вот по сравнению с ним вообще же ничто, да? Лютый Таламуша Акеева, это просто вот вообще вот must-see, короче. Люди узнали о том, что в принципе я вообще туда подался, да, кино снимать, уже после того, как фильм снят там был.